Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Здорово. Приехал на процедуру мелкую, отвез свою. И гуляю с пацанчиком. Как клепушник, как лонгвершин. Залетает. Да, скоро остальные тручки подъедут. Это будет мяско. Как бы тоже это уже, наверное, избито, но после этого релиза уже там как бы я буду в другом стиле готовить релиз. Потому что там я сказал до хера биты, выбрал убойные. Ну, то есть как бы там уже добавить нечего. Отличных выходных, спасибо, да. У меня все выходное сплошное. Обе и слэма в клипе, но мы снимали в Риге, их там не было, вот их и нету в клипе. В музыке и так разный голос, но это и правильно. Это и называется подача. Сколько весишь, какой рост? Вес 73, рост 184. Будет именно в рэке стиле, вот я и буду готовить следующий диск. Не скоро он будет, еще выйдет, но уже там уже есть очень интересные идеи. Вот, в это вкладываюсь, вообще вкидываюсь башкой. Про бизнес на английском понятия не имею. Спасибо, спасибо, Скаврова, да. Не за что. Так же лонгплей планируешь? Не понял. Какие-то вот эти обрывки фраз. Сейчас люди все пишут по 2-3 слова. Абсолютно невозможно понять, про что базар. Фитцгуфер будет на альбоме, ну вот. Это расширенная версия, уже он открылся. Там же уже есть весь трек-лист, что за вопросы странные какие-то. Уже весь трек-лист открылся. В био ссылку можно зайти, посмотреть на Apple Music там и так далее. На в баскете все обосрались играть на один на один. Я всех это как его звал. Все какаются. Клипушка, да, то ли еще будет. Еще будет 5-го с релизом альбома, еще один клипушник. Про следующий что еще говорить, если вы еще этот не слушали? Зачем тебе уже следующий, если ты еще не слышал этот? Клип с баскетом. Зачем? Когда концерт? Ну, следите за инфой. Как будет. Ну, как будет какая-то инфа, короче, вы узнаете, если будете интересоваться. Про прыжок хотел узнать, как ноги качаешь. Да никак, просто прыгаю и все. Ставрополь будет, брат? Не знаю, если это какое. Если позову, то будет. Вообще летом что-то так особо ничего нет, только с Лехой там
парочку городов. Вот. Да, здорово, улыбал там. Вчера драфт был, да? Неплохо там. Понравилось мне там. Несколько позиций на драфте. Автотюн, я сам все решу. Мне вот там ваши лишние беме абсолютно вообще как бы это. Я занялся музыкой до всего этого, и как бы мне вообще просто параллельно. Кто что думает, ты, он, она, кто там хоть, я не знаю, профессор музыки будет. Ну, для меня нет авторитета, потому что я знаю, что самое интересное музло делает. Стопудово так. Флип, спасибо. За бугром там с концертами, а их там просто не было, вот поэтому их нет в клипе. Приеду, да, если позовете, если все срастется, почему нет. Ну чё, какой викенд вообще будет у вас? Небось футбик с пивасом, блядь. Ну вот оракул 5 числа вместе с альбомом совсем. Межганчика ребенка назвали. С кем ты совместно придумал бы? Что значит придумал бы? Я с кем хочу, с тем придумаю. Классно качнули ригу. Спасибо. Еще клипы на треки из гуслей. А это клип на трек из водителя катафалка, а не из гуслей. На гуслях нет мафа. Книгу посоветуй. Да чё, я уже советовал книгу, не знаю. Я вон сейчас читаю Лема, Солярис, ну что-то такое. Не стал бы советовать, конечно. Смотрю вообще практически все матчи, но что-то вот за последние 2 дня как-то, ну, вчера не смотрел вот этот вот, который вечерний был. Как там 3-0, да, наказали. И сейчас не смотрю, вот Бразилия фигачит. Что слышно про My Niggas Records? Не по адресу вопрос, я не очень-то разбираюсь в этих вопросах. Ну какую сборную поддерживаешь? Ну, блядь, исландцев я хочу, чтобы они выиграли. Здорово, здорово. Про Леху ничего не скажу, я же не стукач. Когда он сочтет нужным, обо всем узнаете. Шашлыч, нормально. Нет, Камри не моя. Пишешь, что скажи, есть с Обиком. Есть. Ну как где? Везде. На Яндекс.Музыке, на Apple Музыке, ВКонтакте, где хочешь там полить. Нет, Эль, не слышал. Говорю, я разберусь, что мне делать. Мне нахрен не нужны советчики и как бы оценщики. Вы расскажите вообще, что происходит у вас в жизни. Познакомился с кем-то из иностранных болельщиков. Да куда я с района не выезжаю, он мне новорожденный сын. Я помогаю бэби. Мы постоянно вокруг него танцуем, пляшем. Вот она сейчас на процедуру там пошла. Какие мне нахер иностранные болельщики? Задратным, но следил, ну как не следил, а вот просто посмотрел результаты, кого там выбрали. Да я всегда только за Джамала Кроуфорда болею, и мне это, ну и там за всякие такие, как, хорош, когда состав такой красочный, есть игра, тогда ништяк. Да, не за что. Дочка похожа, да не, сам посмотри, бывает в историях, выпадает. Игра нормальная пока, хорошая игра нашей сборной. Что, есть какие-то другие мнения? Мне кажется, других не может быть мнений. Любимый поэт? Ой, блин, сложно. Сложно, сложно. Я не очень-то это жалую поэзию, у них очень простые рифмы. Ни двойных, ни тройных. Все сплошь глагольные, не понимаю.
после такого, конечно, стиха. Очень так это, просто так рифмовать. Умею ли я памперс менять? Ай, you fucked up. У меня уже дочке-то 6 лет. Я как про меняю памперсы. Особенно всем новым игрокам. Со своим новым дерьмом я им просто, блядь, разрываю пуканы, там, гневные, наверное, комменты просто это зашкаливают, как всегда. Это и нормально, когда что-то делаешь, такое не в угоду, оно и должно, как кость, вставать поперек горла. И все, никто не должен понимать, блядь, и как это так? Планы на день, да, всякие такие, я говорю, административные планы. Ну, обмывать сегодня будем релиз альбома, предзаказ, с Папой Ютом, с Коляном. Ну и пятница, как бы, сам Бог велел, что-нибудь там увидеться, ляс подрасточить. Еблан, не еблан, тебе это не это, ты меня смотришь, а не я. Ворчат? Да нет, даже не ворчат, а просто конкретно пуканы разорвало. Это нормально, это мой способ донесения информации. Папкану передам. Давай в Москву, а что там делать, говорю. Ну и что, останется у меня мелкая с мелким? И что, им даже, кстати, как? Нет. А я там буду в Москве. У-ху-ху. А вопросы про Леху, может быть, Лехе и зададите. Я что, инфама у меня тут написана или что? С принципом нет, не будет ничего у нас в ближайшем времени. Какой-то у нас разный просто подход и к музыке, и вообще к жизни. Что думаешь о смерти Икса? Я его не знал, и, соответственно, мне похер. Ну, жалко, как человека, а так. Next концерт. Ну, там, я говорю, там, три концерта, по-моему, с Лехой вот на лето есть. А так все на осень. Причем тут поймет, не поймет. И что, ты устроил концерт или что? Да я-то хуйня, я говорю, мне не нужны ничьи оценки. Да, да, Пимп, кстати, выдал там, приколитесь, такой у него парт угарный. Моя поляна реально. Ничего не понимаю, какую-то чушь. На батл? Нет, конечно, я ненавижу батлы, это вредит музыке. Да и уже сколько можно, батлы, еще что, не надоели батлы? Песен-то нет нормальных вообще ни у кого, одни батлы, бля, лучше пишите нормальную музыку, песни. Нахер батлы, бля, что это плавство, какая-то еблоторговля тупая, вообще нахер не понимаете батлы. У нас, Леха, еще какие нихуя такие есть, конечно. Клипы, да, будет, да, как минимум один уже есть, и я думаю, еще один мы забацаем. Соло-трек, блять, вместе с альбомом все откроются. 5 июля, целый часовой альбом, самый мой долгий альбомчик. Конкретный альбом вообще, очень хороший. Что думаю о пенсионном возрасте? У меня это пенсия ноль, я никогда в пенсионный фонд ни копеечки не вложил. Единственное, там, ну, конечно, налог плачу, там, зарабатывание своего. Но мне вообще похер, я не собираюсь быть на пенсии. Да и на пенсию особо там и не протянешь. Со смойки вполне вероятно все. Почему нет, еще же не было. Спасибо, да, офигенных тимасов у нас хватает. Долго работал, да. Целый год.
Эмоции, да, блядь, эмоций куча. Сейчас эмоция такая, что я все сдал, все вышло. Такое облегчение, как бы, такая эмоция в хорошем смысле, типа, этого слова. Когда коптел, там до последнего тоже было и со сведением, и с облогами, и с клипом какие-то все ни склады, ни лады. И мне еще как бы уже там мелкий на подходе был, как-то все так, ну, слава богу, все эти метаморфозы как бы вот вылились в то, что я и хотел. Как будто сессию закрыл, базаришь. А так и есть как бы рекорд-сессию, ну, не только рекорд, там, типа сведение и все. Абсолютно точно такое же, да, чувство. Я пешком из-за того, что я везу коляску. А вообще на тачке вон она стоит. Почему выбрал не второй? Нет, это как раз-таки был первый. Просто мелкая, потом нарисовал такую штукенцию, что я понял, это точно настроение. А ты послушаешь альбом, поймешь почему. Слишком как бы там она не передает, она прикольно нарисована, вообще фил красавчик, мастер мультипликации, но она не передает содержание. Там содержание это такое повзрослее, а там просто такая ни о чем как бы не дающая задуматься картинка красивая. Ну да, тоже что. Да такая же, как и была. Как получилось, закрываюсь, почему с ним такой коннект? А у меня всегда, вот я как-то люблю монопродюсеров, сейчас точно такой же коннект с Димой Доджевым. Я всегда как-то это нахожу, такой звук, который мне нравится у битмарей. Мы начинаем как бы это обоюдо проникаться по стилю. Я считаю, что это единственный вообще правильный подход, музыканты и как бы... Пробовали мы и разные другие варианты, когда много разных там музыкантов, но это не дает цельности вообще нихера. Так себе. Так это просто получается сборник песен. Допустим, «Время растопить лед» такой. Он не особо цельный, потому что много продюсеров и как-то... Ну, в общем, примерно так. Дай-дай-да, прикольный тип. Понравился мне, да. At 11 you.